31 января Новошахтинск празднует день своего рождения. 84 года назад в этот день был подписан указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании города Новошахтинска. Будущее нашего города создаем мы сами. Сегодня мы с вами своим трудом, своей сплоченностью, своими инициативами и любовью, которая может творить чудеса, идем вперед. У нас впереди много работы, направленной на развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов экологии, благоустройства, повышение качества жизни горожан. В день рождения Новошахтинска я поздравляю всех его жителей, и тех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто приехал развивать город, с нашим общим праздником. Желаю всем здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях, а нашему городу долгой, счастливой жизни и процветания. И я хотел бы, в том числе и от себя лично, поблагодарить главу администрации Сергея Алексеевича, всех сотрудников администрации, подведомственных организаций, ну и, конечно, обязательно депутатский корпус Новошахтинской городской думы за неравнодушное отношение к проблемам города, за оперативное реагирование на них и, конечно же, открытый и честный контакт с жителями города Новошахтинска. И, пользуясь случаем, я бы хотел всех здесь присутствующих и всех, без исключения жителей города Новошахтинска, еще раз поздравить с днем рождения города, пожелать самого крепкого здоровья, удачи, доброты, тепла и уюта в ваших семьях. Любимому городу и его прекрасным жителям были посвящены все музыкальные номера праздничного концерта, а зрительный зал детской музыкальной школы даже не смог вместить всех желающих поздравить любимый город. Yeah.
Yeah.